Какие фильмы вам нравятся больше всего? Наверное, правильнее сказать, какие лучше всего получаются. Лучше всего получаются фильмы Гая Ричи, известного британского режиссера. Мне так кажется, что у нас с ним полное совпадение в мироощущении, поэтому то, что делает он, вот созвучно мне и хорошо получается у меня. Такие фильмы, как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-н-ролльщик», «Шерлок Холмс», замечательно получается. И мне они нравятся больше всего. Сколько фильмов вообще всего вы перевели? Не считал, не знаю. Это сотни? Ну да, две, три, может. А как родилась идея переводить игры? Предложили. То есть фильмы переводить принялся, потому что другие их переводят откровенно плохо, с моей точки зрения. То есть то, что переводили во времена перестройки, когда там на кассетах с отвратительным звуком, когда переводчик, надев наушники, из пяти предложений расслышал четыре, перевести смог три, сказать успел два, одно из них неправильно. То есть получался такой весьма приблизительный пересказ кино. Переводить нормально. Надо, когда у тебя текст английский, из него ты делаешь текст русский, а потом этот текст с выражением зачитывается. Никак по-другому. Ну и в игрушках, собственно, примерно такая же ситуация. Вот позвали когда-то давно, ну, я их штук 5-6, наверное, перевел. Продались чудовищными тиражами, я вообще полезный для зарабатывания денег. Счастливый. Да.